Раз, добрый день, лопатка.
да, вот. Теперь откручивайте верхнюю часть. И откручивайте синюю. И это нижнюю, два. И в ноги. В ноги, да, да, да. Переходим. Раз. Тянем. Растянули, лопатка. Туда. Теперь раскручиваем вверх. И вниз, два. В ноге остался, нет, в этой. Переходим. Раз. И два. Да. И раз, дышь спокойнее. Не-не. Бедро. Держать. Растянуть лопатку. Раскручиваем. И два. Опять. И раз, растянуть. Хорошо. Больше. Больше. И... Да. Смотрите, у вас бедра вы держите, а лопатку натягиваете. Но тут есть одно и еще раз. Одно условие. Смотрите. Соответственно, посмотрите, у вас вот эта лопатка не должна еще уходить назад. Она должна остаться в спине и войти в спинку и выдавить эту лопатку вперед. Отлично, спокойно. Видите как? Вот так, выскакиваете. А у вас получается, наоборот, смотрите, вот так. А вам нужно, правая лопатка сейчас вошла прямо в вашу спину, видите, вот вошла, и выдавила вперед эту. Теперь раскручиваете. И папам, и переходите. Раз. И, соответственно, у вас левая лопатка входит, вы растягиваете вправо, видите, позицию. А у вас сейчас, вы отпускаете, еще эта лопатка выпадает. Она же здесь, где вам пойти туда. Вот и по диагонали, как бы выдавить вас. И дальше раскручиваете верхнюю лопатку. Да, понятно? То есть вот этот момент, да, что ваша лопаточка, вот эта, опорная, она должна войти в спинку и показать, как вы растянули противоположную. От ноги. Да, понятно? Да. И относитесь. Растянули, показали, да, сильнее. Очень хорошо. И еще. Больше нужно. Да, хорошо. Ручки перед собой. И теперь раскручили вверх-вниз. И вверх-вниз. И сидим правой ноге. Правой. Теперь левой ноге. И... Вот левая ноги растягиваем, левая лопатка, опорная правая растянули, левая вошла в спинку, правую растянули. Прямо вот растянули себя. Теперь пошел вверх-вниз. Вверх-вниз, да-да. У вас вы сейчас делаете правильно, но я не вижу момента, когда лопатки вращаются, а потом за ними идут бедра. У вас происходит это движение такое, знаете, как бы, далеко. А мне нужно... То есть эти как два баллончика начинают двигаться лопатки, потом они тянут за собой бедра. А у вас это линейно получается, понятно? Давайте еще раз. И растянули. Теперь лопатки, бедра. Теперь растянули лопатки, бедра. Растянули лопатки, бедра. Растянули лопатки, бедра. Растянули лопатки, бедра. Растянули лопатки 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 бедра. Только да, в ногу попробуем, да? И лопатки бедра. Чуть-чуть давай. Перешли. Растянули лопатки бедра. Крутились ножки, да? Все-таки мы ехали. Растянули лопатки бедра. Растянули лопатки бедра. Растянули спинку держать мне лопатки бедра. Все, вот в левой руке правильно делаете. И а потом в правой вы когда раскручиваетесь, вы опять левой. Почувствуйте, что вы правая. Давай. И растянули. Покажите на открытой позиции. Вот. Локти перед собой. Перед собой. Опа. И устраиваем. Вот так. А теперь лопатки. Бедра. Держите. И растянули. Дальше не в сторону. Дальше. И пошли. Лопатки, бедра. И растянули. Да. Чуть вперед больше выключить. Да. Лопатки, бедра. Влад, я бы хотел спросить, вот этот момент, да, он сразу, что вы представляете себе,
что все-таки это уже какая-то часть фестивального движения, да? Чтобы вы создавали форму, которую можно потом применить именно так, что ваши, вот когда вы растягиваете, да, что ваши локти, они от вашей спинки и чуть вперед, чтобы вы что-то поддержите, вы никогда не будете так пальцами, правильно? Вы должны чувствовать, что ваши высоточки, ваши ноги перевесили, уже отсюда моя единственность подчеркивается, да, за счет стороны. Там, там, я продолжаю держать ноги круче. Нигде, нигде, опять я перешел, самое там вы, да, вы чувствуете свою спинку, да, что вот это ваша спина, туда потянулась, туда, да, 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 потянулись, потянулись дальше, за рукой, а вот теперь отпущим, хоп, но не отпускаем, все, опять. Потянулись за левой ручкой, потянулись, потянулись, потянулись сильнее, но не играем назад, да, вот, и лопатки бедра, и потянулись, лопаточки бедра. Потянулись. Нет, не берете, да? А осторожно тянете, да? И красивые ручки. Обе, да. Только красивая. И лопатки пошли, лопатки бедра. На кеточке не тянули. И потянулись. И лопатки бедра. И потянулись. И лопатки бедра. Не с тобой больше, длинная шея. Потянулись. Дальше за рукой, за правой локтем сильнее. Да. Именно спиной. Спиной. Больше. Видишь, плечо, стих вправо. Да. А ты. Лопатки бедра. И потянулись. И через руку. Вот. Так спиной. Спиной тяните. И лопатки бедра. Вместе с тобой. Потянулись. Плечи внизу. Спиночкой и лопатки бедра. Потянулись и лопатки бедра. В вашей спинке лопатки бедра. Все внутри. 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 В ногу. Да, то есть вот здесь и в ноге. Здесь я раскручиваюсь, вот моя боль, она проходит через ногу, она не должна двигаться. Понятно? Ну что, почувствовали свои лопатки? Они там есть. Да? Они там есть, вы должны их чувствовать. И более того, вы должны их всегда держать в своей спине. Они должны всегда в вашей спинке нажимать. Да? Вот здесь. В любом случае, во время какого-либо действия, они должны из спины вываливаться. Понятно? Хорошо. Пошли дальше. Вспоминаем наши шаги. И это весь тень. Вот, давайте просто шаги вспомним. И раз, два, три, четыре. Ты у меня летит. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Запомнили? Хорошо. Какой ритм у нас в этих стихах, да, у нас было? Easy. Slow. Slow. Дальше. Quick. 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 Slow. 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 Quick. 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 Вот я эту ножку выбиваю. Спинку три, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо, пожалуйста.
более предметно о тех вещах, которые вы должны попытать. Первое, вот эти два шага, которые медленные мы танцуем, да, которые мы с вами уже отрабатываем. Какие вещи наиболее характерны мы должны продемонстрировать сейчас? Первое, мы должны показать, как на счет и двигается колено опорной ноги в пол. Я стою сейчас в правой ноге, на счет и колено моей правой ноги двигается вниз в пол. Видите? И делаем. И пол колено опорной правой. Пол. Есть. И. Это первое. Второе. Когда мы танцевали и пол двигается наше колено, потом я включаю стопу и своей опорной стопой двигаю это колено вперед. Если я двигаюсь вперед. Смотрите. И теперь я включаю стопу и двигаю вот это колено, которое в пол пошло, вперед. И третье. В этот момент я контролирую, что мое колено находится под моим корпусом. Не здесь, смотрите. И вот, смотрите. И что я делаю? Видите, где колено находится? А у вас получится и, а потом... Видите, что колено сзади? А оно должно быть здесь. И корпус должен быть между ног, позиция центрального барабана. Понятно? Да. То есть колено должно быть еще больше завернуто и находиться по корпусу. Да. Понятно? Три, четыре. Итак, два шага медленно и третье действие. Первое. И стопой. Раз. И контролирую колено подо мной. Два. И три. Колено подо мной. Еще раз смотрите. Колено в пол. Стопой колено двигаю, ставлю. Колено подо мной. Больше. Вот, и закройте. Вот. Теперь вырастаю. И в этот момент я чувствую вес в этой ноге. Собранный центр. Почувствуйте. И вот медленное движение вверх, и вы чувствуете. Пам-пам. То есть вверх. Вес в ноге очень опирается сильно на мою опорную ногу. Делается. Не болтайте плечами. Пыль. Дальше. Меняю. Ставлю вес в эту ногу. Убиваю. Опять вес в этой ноге. Теперь то же самое. Колено в пол, стопой ставлю, контролирую колено, чувствуете где? Пятка наверху, колено в пол, пятка наверху, и раз,
семь, и раз, и три, и пять, шесть, семь, и раз, и три, и пять, шесть, семь, и раз, и три, и пять, шесть, семь, и раз, и три. Первая ошибка. Ошибка. Катя. Георгий. Вообще практически не пользуйтесь коленями. Вообще практически ничего. То есть это выглядит, так. А мне нужно. И всегда. Это характер танго. Вы танго должны показать это. И обязательно. Да? Обязательно. Вы это делаете очень мало. А здесь именно в этом и заключается. То есть когда я сгибаю колено в пол, что я направляю в пол, кроме колена? Свой вес. И видите, мой вес идет сюда. И дальше моя стопа, сейчас конкретно говорится о Юлии и о Але, двигает мой вес дальше. Стопа. А у вас получается колено окей, стопа нет. То есть вы делаете и допустим вес вперед, и а потом вы якобы показываете, что сзади ножка. Нет, это уже можно не делать. То есть вы говорите, и, а теперь моя стопа, посмотрите. Мое колено двигается, видите? То же самое движение назад, смотрите. И колено. И а теперь моя стопа двигается. Видите, в пятом где? Видите? Наверху. И она будет наверху до тех пор, пока я не начну сгибать колено в следующий шаг. И, видите? А вы, может быть, сделали это, что сразу только включаете. Раз, поставили кого-то на пол. Надо держаться, понятно? Только тогда, когда колено вниз, улетает. Понятно? Еще раз. Вопросы какие есть по этому движению? Есть? Нет. Делаем. Три. Четыре. Четыре. И с тобой. Раз. И с тобой. Два. Я-ка-та-ка-па. Колено. И с тобой. Раз. Чувствуйте, да, момент, когда вот был. Колено. А, два, а, я когда там, one, two, three, four, five, six, seven, eight, 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 молодцы. Напоминаю, что вот это движение помогает мне почувствовать, как нижняя часть ноги достаточно активна и может быть очень быстро. Да? Мы потом этим пользуемся при исполнении квиков, быстрых шагов. Понятно? Это первое. И второе. Даже когда я танцую медленный шаг, сама нижняя часть ноги, она должна двигаться тоже очень активно. Не зависит от того, что ты медленный шаг двигается. Давайте возьмем.
что у вас и притяжение вперед или назад. Я имею в виду линию от колена до макушки. Нет? Нет? Водитель задрабатывал. И... Видите линию от колена до макушки? Вы вперед подошли? Нормально. А назад вы делаете и, а потом а. Нет линии. А назад. И, а. Раз и а. Два и а. Раз и а. Видите? Да, колено под вами. Колено под вами. А вы сейчас начинаете, сейчас держите. И вот вы чувствуете, как оно э. Собирается. Понятно? Попробуйте. И назад. Колено сейчас, колено в пол. Да. И ножку открыть коротенько. Вот, теперь такой ведем. А. Чуть дальше. А колено пятка выше. Пятка выше, колено в пол. И вот включайте ногу. Колено ровно, сзади ноги. А. Это наверху. Включить. Ага. Ножка пошла назад. Назад, назад, другая. И. Хоп. Включайте ногу. И. А, понятно. Вот вы открыли, смотрите, я коленом открываю, да? Коленом открыл. А теперь я с тобой веду. Колено в пол, с тобой веду. Колено подо мной. Пятка выше. Колено, пятка наверху, сзади. Включаю колено. Колено в пол, с тобой веду. Понятно? Делали все свои подготовительные эти вот наши шаги. Вот. Но все соединение давайте соединим. У нас получается там будет тоже два шага, которые мы с вами танцевали в начале. Slow, slow. Потом длино, quick, quick. Потом длина. Slow, quick, quick, slow. Мы это все разбираем. Правильно? Теперь давайте сделаем. Давайте для начала танцуем там с вами. Перетрим. Встаньте. Будем идти. Идите сюда. И вот и два шага. Колено. И... Ножка открыта выше. Чувствуйте центр стопы еще раз. Колено. И такой выгиб. Раз. Ножка, линию держим. От макушечки до колена. Пять наверху. Встаем. Два. И открыли. Ведем с тобой. Три. Пять. Держим вверху. Колено от макушки. Встаем. Четыре. И колено. И пять. Да? Вот сейчас вот этот момент 5. Видите, я не пытаюсь, вот это ошибка номер 1. Когда вы двигаетесь назад, звено, посмотрите. Мы должны быть этого. 5. То есть опять колено, нога, 5. Все. Теперь будет растяжение левой стороны и наше движение стороны. Понятно? Давайте, 3, 4, еще раз. Потом 5. 4, 5. И колено вниз. Не назад валит позвоночник, а колено вниз. Колено вниз, ножка. Теперь с тобой только. 5. Все. Все. Мы стоим. Вот эта позиция. Теперь правая лопатка входит в спину, растягиваем левую сторону. 6. И левую, левую, левую. Теперь двигаемся вперед среднюю ножку. Вращаем вверх лопаточки. 6. Вниз. И закончим. Раз, два, три. Нет. То не вы показывают, смотрите. Хотя вы должны встать в ножку вверх. Вверх, потом вниз, а потом вверх в другую сторону. Еще раз, просто посмотрите. И в левой ноге. Вверх. Теперь за ней вниз. А теперь вверх сюда. В левой ноге теперь. Кстати, кстати. И. Стоим, растянули левую сторону, стоим. Влево левую стоим, стоим. Вверх вращаем вперед. Вверх запас. Теперь вниз. А теперь вверх в обратную сторону захватываем. Только ровненько туда.
теперь за лопатки и чуть вниз. Все это в левую ногу опускаете, чтобы повернуть. А вот теперь лопатки вращаются в обратную сторону. И я стою в левой ноге, контролирую, что я поменял сторону и стою сюда. Стоим в левой ноге, в левой, колечко, чтобы повернуть. Вверх, вниз, вверх, а здесь мы вращаем только что
Снизу. Потом что значит? Вверх, потом что? Снизу. Потом вверх, и потом опять вниз. Ясно? То есть вверх, вниз, вверх на одном шаге, вверх, вниз, вверх, а потом вниз, опять в левой ноге, то есть через два шага. То же самое, соответственно, кто йоги? Давайте вспомним про первый. Вы забилдеверу, ты хэй, ты. Вот, давайте сюда будем двигаться вперед, на партнер. Стоим, ручки открыли, животики собрали, пошли. Перевод. Колено в пол, с тобой двигаем. Раз, встаем. Два, колено в пол, с тобой. Три, встаем. Четыре, колено в пол. Ставлю, пять. Вот эта позиция вертикальная. Нет, не разломать. Пять. Вот. Теперь в левой ноге начинаю растягивать в какую сторону? Левую. Левую. А вы какую растягиваете? Правую. Левая, а это значит правая лопатка куда? Вниз, левую тянем, тянем. Теперь подставляю руку в корпус. В этот момент, когда подставляю, начинаю включать вверх. Вверх. Нет, это вверх. Я растянул, вверх. Вверх. Теперь продолжаю вращать. Что? За верхом. Вниз. А теперь верхом устанавливаю. Все. То есть у меня... Тоже вверх-вниз, вверх, как вы партнерки. Если я танцую вверху, то надо, чтобы партнерка танцевала внизу. Мы танцуем здесь сначала. Лопатка, потом где? Бедра, потом опять. И,
А, теперь закрываем ее. И... Это закрытый терминал. А, понял. Спинка, колено и такой расстоять. Вот это позиция. Здесь, конечно же. Дальше. Двигайте себя. Конечно, здесь. Лежу здесь. Рана здесь. Голова здесь. А теперь еще не чай. Не замечаю. У меня как Федор даже. Здесь оппозиция запущена. Вашего лопата левая, правая. Взаимодействует с вашим бедро. Бедро сейчас здесь, лопата стоит по низу. Еще раз. По стороне низ, низ. Держите там. Спасибо. Ага. Сейчас вверх. Вверх, вот это и есть. А сторона вперед, левая. Еще. Еще. Окей, почувствуйте. Ваша лопатка приводится к бедру. Понятно? Еще раз, четыре, партнеры. Пошли. Четыре. Сначала, да, вы здесь знаете, поехали. И колени по стопа. Раз, и два, и три. Лево растянули. И А, четыре. Дальше. И пять, шесть, семь. Противоход. И 8. Понятно? Держи. Подсчет. Дамы, перед нами мы все вместе рассуждаем. По квадрату. 7, 8. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стой. И 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Но у нас просто вот у нас просто немножко мы с вами по-другому интерпретировали шаг первый медленный, да? Мы его танцевали как? Немножко придерживали, а потом стопой двигались сам, да? Для чего? Для того, чтобы корпус у нас не летел, не сохранили, наверное, шаги, характерную для танго, позицию как партнеры, так и партнеры. Чтобы это не было так. Потому что это не всегда. Не в духе танго, не в стиле танго, не в характере. То есть мы сейчас с вами разобрали вот эти вот вещи. Колено, стопа и колено в пол – это характерные для танго вещи, которые мы должны видеть вне зависимости от того, слышим мы музыку или не слышим. Понятно? Потому что вот это и А – это присущий стрелевым танго. А в танго всегда он и А. Вот это позиция. Да. Никогда не попадают в позицию с киберсистыми бедрами. Понятно? А свинг, вот мы нужны, допустим, власть, да? И я начинаю движение, колено, стоп, стопа, а потом мое колено, видишь, сюда просто. Это свинг. А вот это и штанг. А вот это и свинг. И свинг. То есть, что такое свинг? Это раскачивающееся движение. В том числе и чего? Бедер. Это потому что тогда, ну, если я буду танцевать так, то свинга не будет. Это будет в
конечно. А вот так вот двигается? Внутри нас происходит, да? Нет, я не двигаюсь, как будто бы я скачу по почкам, по нашим дорогам, по земле, да? А я, это внутри меня происходит, это, да? И колено. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три. Да, у меня нет кого. Да, и не идет. Еще раз. Смотри, когда я тут там, колено, стопа двигает, я ставлю себя по чисту стоккату, да, когда у меня колено, и колено находится подо мной. Дальше колено не двигает меня, я включаю эту ногу. И one, видишь? И one, two. Понятно? Это там. А дальше, допустим, да, я отпускаю свой корпус, я делаю шаг, дальше я начинаю когда я дотанцовываю весом, моя нога, и теперь я показываю, как мое бедро правое танцует с римской, моя свободная ножка двигается как будто. Уууу, моя ручка, три, мамочки. Понятно? Тогда вы какой танец? Римской. Какой танец? Танго. А вот эти вот вещи показывают тут характер. Понятно? Ну давайте под музыку полдэн. Еще вопросики есть? Задавайте.
видите разницу, да? Вы танцуете между двумя шагами длино, вы танцуете остановку, ее там нет. У вас есть 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Видите? А вы танцуете 1, 2, 3, 4, остановка, 5, 6, работаете вы. Наверное, продолжает работать правой. Давайте сейчас, 3, 4. Колено стопа 1, колено стопа 3, колено стопа 5, левая и 6. Колено стопа 7, колено 1, 2, 3. Понятно? То же самое для рула. Не оставляю отстраивание, потому что спали. Там. Да.
Да. Да. Все. Да. Какого? Вот, у нас тут у меня позиция. Променадная позиция. Да. Променадная позиция. И в этой позиции мы работаем. Нет, у вас есть просто позиция головы, которая подчеркивает позицию вашего корпуса, и все. Это не, знаете, просто специальная позиция головы. Сегодня работаем, голова у нас сегодня сюда, потом сюда. Нет, есть позиция корпуса закрытая и проминальная. Странно, значит, проминальная позиция сюда, потому что идет сюда. Правильно? И еще вам совет, да, у нас всегда есть, мы никогда не идем ровно. Мы идем всегда чем? Или одной стороной, или второй. Правильно? Обычно мы всегда, когда мы с вами отрепетировали, допустим, здесь, растягивали, правильно? Что мы делали? Мы крутили головы туда, туда, куда сделаны наши шторы, вся вот эта сторона. Здесь я стою в паре, мне какая сторона растягивается? Влево. Влево. Я стою куда? Влево. Здесь, когда я вышел в правильную позицию, какая сторона растягивается? Значит, я стою туда, куда смотрю, вся вот эта сторона. Здесь, когда я меняю, какая сторона? Влево. Влево. Все. Понятно? И просто сторона. И голова подчеркивает моя сторона. Точнее, мою сторону подчеркивает моя голова.